Скажи ему все, что ты про него думаешь. Точно, канай. И пусть канает отсюда, а то ему рога подшибаю, пасть порву, моргал и выколю. Всю жизнь работать на лекарство будешь, сарделька, сосиска, редиска, новохудоносор, петух гамбургский. А если у этого гражданина диплом о высшем образовании, и почему он в последнее время всей планете фиги крутит? Короче, пока мы от голода копыта не отбросили, надо идти в их главный бандитский дом и забирать свои деньги, пока их Сечину не перевели в качестве бандитской премии. Здорово.